Приветствую вас на канале Елена Сата Огород. В этом видео расскажу о проверенном сорте томата, который выращиваю ежегодно. Это гибрид Bobcat. Этот сорт неприхотливый, дает отличный урожай в открытом грунте. По желанию его можно выращивать в теплице, там он тоже дает хороший урожай. В интернете очень много о нем положительных отзывов. Подходит для выращивания в зоне рискованного земледелия. Bobcat относится к детерминантным сортам. В высоту кусты около 60 см, иногда может вырастать до метра. Кусты очень мощные, завязывают множество плодов, поэтому требуется подвязка. Bobcat очень устойчив к заболеваниям. Плоды весом около 170-300 грамм. На вид очень красивые и ровные. Сорт позднеспелый. Плоды созревают через 120-130 дней после появления всходов. Очень хорошо переносит в открытом грунте неблагоприятные погодные условия. Сорт универсальный в применении. Томат Bobcat на вкус хороший, мясистый и сочный. Плоды плотные, хорошо переносят транспортировку и долго хранятся. Огромный плюс этого томата в том, что при минимальном уходе в любую погоду можно получить большой урожай – ведро томатов с куста. Еще он очень устойчив к различным заболеваниям, в том числе и фитофторе. Если вы уже выращивали этот сорт, напишите в комментарии, понравился ли он вам. Если видео вам было полезно, ставьте лайки и пишите любые комментарии. Мне будет очень приятно. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые полезные ролики.